Ой, мы сегодня припозднились, зато мы сегодня в носках. Сейчас сами увидите. Пойдемте на концерт. Коты заняли место. Пианист занял место. С видом. Да. Видите, у нас сегодня парная. Не совсем классика будет. Тын-тын. Да, вот такие вот кошачьи носки. Давай, сынок. Что же у нас сегодня будет-то для настроения, для нашего? Сюда расскажи. Да, первое произведение, второй этюд Людвига Шутта до мажор из 25 этюдов для фортепиано. Ой, сколько-то все наговорил. Ну, короче говоря, для розыгрыша мы начнем такую веселушку, чтобы пальцы забегали, чтобы все было хорошо. Давай. Забегали весело, подготовился к следующим произведениям. Удивим народ. Какое следующее произведение? Следующее произведение Le Petit Negre. Le Petit Negre. Маленький негритенок. Написал Клод Дебюсси. Клод Дебюсси. Ну, почти правильно сказал ребенок. Нормально. Ну, давай, повеселимся. Да. По-французски. Получился веселеньким вполне, да? Как думаешь, Дебюсси был бы доволен таким исполнением? Ну, наверное. Наверное, да. Есть такое подозрение, что Клод Дебюсси это для своей маленькой дочурки же писал это произведение. Ну, там есть серия, и вот этот маленький негритенок это типа игрушки что-то. Ну, а мы представляем тоже малыша-негритенка, мальчишку, который на улицах Парижа, чистильщик обуви, да? Вот. Да. Ну что же, давай тогда следующее. Кстати, вот те, кто только что присоединились, давай покажем наши носки шикарные. Да. Вот у нас у сына такие носки, и у матери такие. Вот все, у меня зимняя версия, ё-моё. Туда не поднимай. Ну ладно. Ну все, давай дальше. Следующее произведение. Дальше следующее произведение «Интертейнер» написал Скотт Джоплин. Ну почти, Скотт Джоплин. Ну не Джоплин он был, а Джоплин все-таки. Да? Так что давай сядем ровненько и повеселим тоже народ веселеньким Скоттом Джоплином, «Интертейнер». Да. Музыка.
оттарабанил Скотта Джоплина. Да, браво, маэстро, тебе написали. И тут тоже написали, что носки нравятся людям. И тема. Но это там женщина написала, что любит вязать носки. А может, вы нам носки с котами свяжете? Будет прикольно. С нашими. Да. Ну, с нашими котами не надо, и с наших котов тоже не надо. Ладно, давайте следующее произведение. Это немножечко уже по классическому будет, да? По классике чуть пройдем. Да. Сюда говори, пожалуйста. Следующее произведение сонатина фа-мажор написал Людвиг ван Бетховен. Как ты все четко выговорил. Отлично. Сонатина фа-мажор Людвиг ван Бетховен. Погнали. Тебе-то куча лайков поставили, всякие сердечки послали. И долго ли учишь ты по нотам? Расскажи. Я думаю, вот так как нам не с кем сравнивать, на семье он единственный музыкант, так скажем. Но, как говорят учителя, он учит очень быстро. То есть, ну, это какая-то особая память и математический, как ни странно, склад ума. И да, это нам помогает очень быстро заучивать, ну, да. И стихи, в принципе, относительно быстро тоже учат.
Так что мясо нам в помощь на этой теме, на мясной теме, на рыбной теме. Память тоже улучшилась, стало проще запоминать. В принципе, все по памяти играет. Вот ты и раньше, в принципе, по памяти все играл. Вот. Вот. Ну что же, давай тогда следующее, что у нас будет? Повеселим еще? Решишься? Да, ты так тихонько сказала, чтобы никто не понял, что... Ну, вот знаете, следующее произведение, оно специфическое. Я думаю, что нам нужно над ним работать, и мало кто в мире умеет его адекватно исполнять. Но вы его сейчас все узнаете, и у нас есть цель его сделать виртуозно, но мы к этому только идем на самом деле. То есть не судите строго, вы его узнаете, оно современное очень, да? Скажем название. Да, he is a pirate, он пират из «Пиратов Карибского моря». Кто уж там композитор, я не знаю, но так. А, тут еще знаешь, что написали? Было бы интересно стихи от тебя послушать. Да ладно, это не так интересно, как музыка. Давай, хотя, в принципе, может, и это тоже сделаем. Ну все, давай, попробуешь? Да, попробую. Давайте мы попробуем пиратов сыграть. Ну, это наше кодовое название «Пираты». На самом деле, he is a pirate, то есть он пират. Пираты Карибского моря. Погнали, давай попробуй. Только не торопись, пожалуйста. Я похвалили, молодец. Почти без косяков, но мама все услышала, так скажем. Да. Но мы как-нибудь триумфально это сыграем, разовьем скорость, да, и так далее. Вот. Ну что, мы будем завершаться или еще что-то хочешь сыграть сегодня? Нет. Нет, не хочешь больше играть? А, ну просто я хочу играть, но не знаю, что играть. Ну, тебе мама всегда может подсказать. Сонату Моцарта справишься? В принципе, веселое произведение. Да. Почему? Попробуешь, может? Ну хорошо, даже сыграй, что хочешь еще. Только, пожалуйста, не тормози, а то сейчас все уйдут из эфира, и ты останешься один тормозить. Ну, ну давай розовую пантеру. Thank you.
Так, ладно. Мне кажется, вид за окном тебя отвлекает. Не буду больше тебя садить. Так, к стене надо ребенка развернуть, чтобы не отвлекался, а то промахивается мимо клавиш чуток. Вот. Ну что, вам всем спасибо. Спасибо, что послали лайки. Это все равно энергия доходит. Мы все это чувствуем. И Ричард волнуется перед концертом. Да, вот в шляпу он собирает лайки. Спасибо вам за добрые слова. Да, там просто еще один телефон, другой аккаунт. Да. Ну все, всем приятного вечера, хорошего настроения. Мы с вами прощаемся.